На территории Алтайского края произрастает 28 видов растений из семейства орхидных. Конечно, по сравнению с тропическими орхидеями, у наших цветки обычно мелкие, не такие яркие. На реке Малая Повалиха, вот на берегу, пальчатый кореньник, мясо красное растет. Но есть и очень красивые. Некоторые виды занесены в Красную книгу Алтайского края. Например, ядрышник шлемоносный. Его цветок похож на человечка со шлемом на голове. Этакий маленький солдатик. Мы нашли довольно большие его заросли в урочище Борискина Согра Заринского района. Мы идем вдоль ручья уже другим берегом назад. И ядрышник постоянно попадается, здесь его много, а вот тут вообще нашли огромную поляну. Вообще, он прям усыпан, вся поляна усыпана им. Да. Ну а самой большой и красивой сибирской орхидеей является венерин башмачок. Есть несколько вариантов легенды о происхождении его названия. Не будем их пересказывать. Цветок действительно похож на туфельку, причем очень красивую. А кто мог носить такие шикарные башмачки, если не богиня красоты Венера? Может, поэтому люди и дали такое название этому растению? Сейчас мы находимся недалеко от села Акулово, в одном из лагов, где мы нашли несколько лет назад башмачки. Но в этом году, в 2021, тут вообще буйно, очень здорово цветут. Смотрите, какая огромная поляна. Это все башмачок вздутый. Вот, просто шикарно. И вон там еще вдалеке есть. Вот видите, здесь одна расцветка получается у нас, такая светлая, да? Но а вот здесь... Темная. Вон еще дальше дорожка там, вон. Вообще. А здесь, да, еще... темнее, смотрите. О, а вот и неожиданность. А вот и неожиданность, смотрите, а рядом какой у нас башмачок цветет. Это еще один вид. Да. Это башмачок называется капельный. Башмачок капельный, еще один вид. В этом лагу у нас 4 вида башмачков. Эти башмачки не дают нам проходу, они на каждом шагу. Вот. Мы только отошли, даже метра не прошли, и вот они опять. То есть мы идем, хотим как бы прогуляться дальше, а получается, что приходится останавливаться, фотографировать их, отмечать точки, координаты. Ну, вот видите, здесь очень много капельных башмачков. Тоже на каждом шагу, буквально на каждом шагу. Целыми полянками они. Почему они капельные? А капельные, потому что у них как будто кто-то накапал краски пятнышками у них. На белом такие вот пятна. Прошли мы метров 10-15. И еще хлеще. Смотрите, какая красота. Башмачок настоящий тут, да? А рядом поляна башмачка капельного. Вон они. Канхатум. Каусаяк.